Привет! Сегодня я тебе расскажу, как сделать вот такой простой концертный или праздничный макияж. Начинаем! Первая часть — это биотон. Это то же самое, что и тон, только он жидкий. Наносим его на все участки кожи лица и не забываем про шею. Корректор наносится на участки кожи с покраснениями и синяки под глаза. Размазываем кисточкой. Наносим ее аккуратно, не забываем про шею. Черный карандаш для глаз. Наносим его аккуратно, чтобы ничего не смазать. И делаем стрелки, желательно вниз, а хотя как хотите. Белые тени. Наносим их на нижнюю и верхнюю века. Блестки аккуратненько наносим на глаз и не забываем про то, что они распадаются, поэтому немножко руками их стряхиваем. Тушь, по-моему, самый главный предмет в твоей косметичке. Face me with something like how I have to.
румяна. Румяна наносим на лицо, чтобы придать ему свежесть. Блеск. Наносим блеск, чтобы было повеселее. Вот и все. Наш концертный или праздничный макияж готов. Пока!